Дикие времена, когда людям приходилось бороться за выживание, добывая еду, живя в пещерах и спасаясь от опасных животных, к счастью, давно миновали. Жизнь современного человека комфортна и относительно безопасна, а многие животные стали не только добрыми соседями, но и домашними любимцами. Уже сложно представить дом без кошки, собаки, рыбок, фермеры и вовсе держат коров, свиней, лошадей. Мы привыкли к тому, что животные живут рядом с нами. Но все ли мы знаем о своих питомцах? У каждого из них есть свои секреты, и некоторые из них мы сегодня обсудим. Это 10 фактов о домашних питомцах. Поехали! Факт первый. Одни из самых распространенных домашних животных – кошки. Эти представители семейства кошачьих так грациозно вошли в жизнь людей, что, кажется, они всегда были с нами. С ними связано много поверий, мистических примет, будь то проклятие, которое сулит черный кот, или необходимость запускать первым в новое жилище именно мурчащего любимца. А еще вера в то, что у кошек 9 жизней. Этот миф родился не совсем на пустом месте. Дело в том, что кошки считаются самыми выносливыми. При падении с высоты выживает почти 95% питомцев, и чаще всего приземляются они на лапы. Но лишний раз проверять все-таки не стоит. Факт второй. Где кошки, там и мышки. Причем не вредители, а такие же полноправные домашние питомцы. Многие заводят этих маленьких грызунов и наслаждаются их обществом, а насладиться действительно есть чем. Хотя бы потому, что мыши и крысы умеют смеяться. Да-да, вы все верно расслышали – смеяться. Звуки, схожие со смехом, они издают, когда увлеченно играют. Так что владельцам этих хвостатых питомцев стоит проверить. Факт третий. Собака – лучший друг человека. Гласит всем известная присказка. Оно и не удивительно, ведь собаки не только отличные компаньоны, но еще и помощники в делах. Тут вам и собачьи упряжки, и собаки-спасатели, а еще поводыри и даже диагносты. Благодаря отличному обонянию они чуют самые малейшие отклонения в здоровье владельца. При повышении сахара в крови, при надвигающемся приступе судорог, собака обязательно даст знать об этом. Возможно, у собаки изменится поведение, или же она начнет постоянно тыкаться носом в больное место. Главное – научиться понимать сигналы такого терапевта. Факт четвертый. И снова о кошках. Еще из детских сказок и стихов мы помним о том, как кошки любят молоко. А ведь это неправда. Коты не любят молоко. Лактоза очень плохо усваивается их организмом. Поэтому не стоит давать питомцу молочные продукты. А еще у хвостатых и усатых по-особому устроены почки, поэтому они запросто могут пить даже морскую воду. Только вот станут ли? Факт пятый. Нет более простого в уходе животного, чем рыбка. Простого и забывчивого, по мнению некоторых. Но как бы не так. Рыбки очень умные, и память их не подводит. Если вы, конечно, не хозяин знаменитой рыбки Дори. Аквариумные рыбы точно знают, откуда падает корм, и радуются, когда хозяин подходит к аквариуму. А еще эти удивительные создания видят нас в ультрафиолете и инфракрасном спектре. Факт шестой. Что общего у шиншиллы и ящерицы? На первый взгляд – ничего. Но как бы не так. Дело в том, что шиншиллы во время стресса могут скинуть свою шерсть, почти как ящерицы избавляются от своих хвостов. К счастью, голышом шиншилле ходить недолго, а только пока не отрастет новая шубка. Факт седьмой. Иногда в особо тяжелые моменты так хочется закрыться ото всех, прятаться, словно черепаха в своем непроницаемом панцире. Но только вот панцирь, как оказалось, не такой уж и непроницаемый. Черепаха чувствует не только открытыми частями тела, но и панцирем. В нем есть нервные окончания, так что не стоит стучать по нему, если ваш питомец решил ненадолго уйти в самоизоляцию. Факт восьмой. Грациозные и величественные, верные боевые товарищи, настоящие спортсмены и труженики. Все это о лошадях. Эти животные считаются очень преданными и дружелюбными, а еще у них отличная память, благодаря которой они прекрасно поддаются дрессировке. Правда, запоминают лошади не только особенности верховой езды, но и все обиды, которые им нанесли, и вполне могут отомстить обидчику. Так что не стоит лишний раз обижать свою лошадку. Факт девятый. Кроликов принято считать очень трусливыми. Чуть что, они срываются с места и убегают, куда глаза глядят. А дело в том, что глаза глядят повсюду. Особенности строения глаза этих животных дают им полноценный круговой обзор, так что подобраться к пушистому ушастику неожиданно точно не получится.
Ну что ж, про попугаев, так про попугаев. Факт 10. Говорящий попугай Кеша еще с детства стал живым, пусть и мультипликационным, примером того, какие попугаи хорошие собеседники. Эти птицы умеют говорить не только отдельные слова или фразы, но порой и целые предложения. Подражают голосам и даже интонациям. А ведь при этом у попугаев отсутствуют голосовые связки. Имитируя человеческую речь и издавая другие звуки, они пользуются лишь языком, клювом. Это были 10 фактов о домашних животных. Любите братьев наших меньших и помните, мы в ответе за тех, кого приручили.